Добрый вечер. Начинаем концерт Ордена Трудового Красного Знамени Большого симфонического оркестра Гостелерадио Союза СССР. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий Союза СССР и РСФСР имени Глинки Владимир Федосеев. Из цикла концертов к 60-летию основания оркестра. Лирическая увертюра. Сочинение 80-е. Исполняет оркестр. Дирижер Владимир Федосеев.
Thank you.
Брамс. Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор. Сочинение 77-е. В трех частях. Солист, заслуженный артист РСФСР, лауреат международных конкурсов Сергей Стадлер.
Thank you.
Thank you.
Густав Малер. Четвертая симфония, соль мажор. В пяти частях. Исполняет Большой симфонический оркестр Гостелерадио Союза СССР. Партию сопрано исполняет солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Галина Симкина. Дирижер Владимир Федосеев. Thank you.
Thank you.
Ooh.